В Новый год с новым рекордом рождаемости. Впервые за весь период деятельности Ивантеевского отдела ЗАГСа в городе зарегистрировано 1186 актов о рождении. Количество новорожденных ивантеевцев увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем на 5%. Девочек на 20% больше, чем мальчишек. Также зарегистрировано 10 двоен. Самыми популярными именами среди мальчишек стали Иван, Артем и Александр. Среди девочек – Виктория, Виктория, Мария, Анастасия. Самые редкие имена среди новорожденных ивантеевцев – Платон, Игнат, Борис, Прасковья, Пелагея и Марина. Больше всего родилось первенцев, но стоит отметить количество новорожденных третьих деток – 147 малышей. Также в ивантеевских семьях родились 26 четвертых детей, трое пятых, один седьмой и трое восьмых деток. Еще 9 малышей были усыновлены и удочерены.